Под церковью, разумеется, то, о чем сказал апостол, церковь, это есть тело Христово, то есть организм Христов. Организм какой? Целостный организм, здоровый организм. Вот этот здоровый, целостный организм, он излучает из себя величайшее благо, потому что оно в нем присутствует. Семья, говорит он, это малая церковь. В чем же задача ее? В чем задача церкви в наших земных условиях? Церковь, говорят, это не курорт, это больница. Задача церкви – помочь исцеляться от тех вот этих ран, болезней, которыми все мы охвачены. Исцеляться. Церковь, еще раз повторяю, это больница, а не курорт. Многие в церкви что ищут? Утешение. Ну, верно, церковь утешает верно. Но что такое утешение? Это слишком слабо. Требуется исцеление, а не утешение. Временное утешение, оно ничего не даст без исцеления. И вот семья-то оказывается самым, может быть, для подавляющего большинства людей лучшим средством, лучшей больницей исцеления своей души. Здесь вдруг соприкасаются два эго, два «я» своими страстями, своими привычками, своим эгоизмом. И вот здесь человек становится перед лицом самой священной, самой великой и самой прекрасной задачей, какой первая – увидеть в себе эти страсти. Когда мы живем в отдельности, это не так даже видно. Только соприкасаясь с другими людьми, мы можем что-то увидеть, что в нас живет. Меня кто-то толкнул, я разозлился. Увидел, что-то не так сделал, я тут же осудил. Увидел у кого-то лучше, я позавидовал. В семье, происходит куда более сильное и глубокое. Здесь уже идет соприкосновение не просто внешнее, а постоянное, ежеминутное, если хотите. Встречаются все страсти обеих сторон. И вот здесь это действительно семья может стать, христианская семья, настоящей больницей. Настоящей больницей. Требуется христианство только здесь. Требуется что? Две вещи, первые и необходимые. Первое и необходимое. Нужно увидеть, что действительно я больной. Меня не тронь. Мое самолюбие – это просто как обнаженный нерв. Моя лень, Боже ты мой. Мое самомнение – не прикоснись. О, как объективно посмотреть на себя. Здесь соприкасаясь, я могу увидеть, кто есть я. До этого я бы даже и не замечал. И не обращал даже внимания на это. Ну, что не обращал внимания? Я и так чувствовал, что я очень хороший человек. А тут вдруг оказывается, что я плохой. Представьте себе, и кто это говорит, что я плохой? Она. Хм. А ты какая? Она говорит, это он, ты такая дрянь. Слышите, перед чем мы? Какая картина открывается перед нами? Если хотите, просто новая и почти неведомая. Невиданная до сих пор картина. Я действительно становлюсь верным. Что же я взорвался-то ни с того ни с чего? С какой стати? Но почему я не должен сделать то-то и то-то? И так далее. Семья – это лучшее в земных условиях средство, при котором человек может увидеть самое главное, что для него нужно. Это увидеть. Увидеть, знаете что? Удивительная вещь. Увидеть, что он оказывается грешный.
Грешный, оказывается. Никогда не представлял этого. Но я знаю, что у меня 1-2 там есть, кое-что есть, есть. Но если бы этого не было, вот если это взять, вот так отложить, в общем, я, ну, прекрасный человек. А здесь одно за другим вскрывается семья при правильном, говорю, отношении. При христианском взгляде на себя дает человеку, наконец, увидеть, что, оказывается, он бедный, весь как непрерывный, обнаженные нервы со всех сторон, к чему ни прикоснись только, он тут же вскрикивает и взрывается. Это великое благо, которое приносит семья. Наконец-то он начинает видеть себя, кто он есть. Ведь вы же знаете, мы все знаем, самое страшное, когда мы говорим человеку: у вас серьезная болезнь. У меня? Может, у вас? Вам надо в больницу. Идите сами. Самое ужасное, когда я не вижу, не признаю и не хочу признавать, что я болен. Семья открывает вот это первое и очень это важное, важнейшее. Почему оно важнейшее? Кстати, оно важнейшее еще и потому, что вот мы все говорим: Христос пришел, пострадал за нас, Он нас спас, Он наш Спаситель. Так подумаешь, Спаситель? Ну, соседку мою, конечно, надо спасать, потому что такая змея. Ух, а меня-то что? Меня от чего спасать? Я, в общем-то, ничего человек. Вы слышите? Человек здесь только по мере того, как начинает видеть себя, открывается ему, что, оказывается, ему Христос нужен. А почему нужен? Не только потому, что я увиделся уже не одно-два, а 10-20. Не только потому, что увидел, а еще увидел нечто худшее. Увидеть это уже страшно. А когда еще я увидел другое, я все решил, все, больше я ни разу не вспыхну, сдержусь. И тут же она мне подкинула, я весь до потолка взлетел. Или он мне. То есть я не только уже вижу, что во мне есть, а я увидел другое, и я скажу вам, это самое печальное, самое страшное. Я никак не могу справиться с собой. Не могу. Не могу избавиться от этого. Что делать? Пытаюсь, кажется. Хочу, потому что понимаю, что если не бороться с этими вещами, то вообще во что превратится вообще наша жизнь? Что это будет? И вдруг при всех попытках видит, что проваливается у него это дело. Он убеждается, что, оказывается, искоренить страсть никак не может. Он вот, я держусь, некоторое время не вру. А тут раз – и наврал. Не буду тщеславиться. И тут же такое произнес себе панегирик, что, Боже мой, лучше и не надо. И так далее. То есть семейная жизнь, брак, оказывается, дает возможность, во-первых, увидеть, как мы мягко называем, свои недостатки. Ну да, недостатки. Лукавство – это недостаток, конечно, да. Ложь – это недостаток, вранье, ничего себе. Зеленеть от зависти – недостаток. Ненавидеть кого-то, не взлюбить – это недостаток. Разве это недостатки? Надо же понять, что каждый грех – это есть нечто иное, как равносильно тому, что взять и ударить себя по голове палкой или нож всадить себе в бок. Вот что такое грех. Вот что такое грех. На это обязательно, это же самое важное, потому что у нас мы так это привыкли очень ловко. Грех – это я перед Богом виноват.
Кстати, католическое, вот вам католицизм. Я перед Богом виноват. Как же правил нарушил на дороге, я виноват там, ГИБДД. Там мне... Да нет, Бог дал законы нашей жизни. И говорит, человек, я тебя предупреждаю. Предупреждаю чем? Заповедями. Предупреждаю тебя, не делай так. Ты себе вредишь, ты себя уродуешь. Вот ведь что такое заповеди-то Божьи. Он дал, Господь дал законы, дал предупреждение, указал на многие заповеди, смотри, будь осторожен. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Ни в коем случае. Ну, я ему-то негодяю, ему же надо сделать все-таки, да. Как это не сделать ему? Так вот, семья, оказывается, это изумительное, изумительным просто, если хотите, ну, средством, что ли, местом, в котором человек может увидеть, правильно, разумно смотрящий на себя, увидеть свои страсти, свои грехи и увидеть, как я не могу с ними справиться. Не могу справиться. И как же быть? Если вы обратитесь к другим религиям, то вам скажут, ну и точка. Ну и точка. Что говорит христианство? Нет, не точка, а начало. Христос есть действительный Спаситель. Начни обращаться к Нему с молитвой. С молитвой, еще с молитвой не о всяких внешних этих своих делах, о событиях наших жизненных, об успехах и так далее, и о здоровье. Нет. О молитве о том, Господи, прости меня и помоги мне. Я не могу, помоги мне. Опыт. Ни одного человека, ни десяти, ни ста, ни тысячи, ни сотен тысяч. Бесконечно множество христиан показал, что, оказывается, искреннее покаяние, именно искреннее покаяние, сопряженное с посильным понуждением себя к исполнению заповедей, но еще раз повторяю, искреннее покаяние, оказывается, необыкновенно сильным средством является в исцелении моей души. Но исцеляется душа как? По мере действительно осознания мною того, что я действительно никак не могу. Знаете, как называется это осознание? Смирение. По мере смирения вот этого осознания, видения и осознания собой, оказывается, Господь помогает. Опыт говорит бесчисленные. Бесчисленные просто множество раз. Скажу прямо, христианство – это экспериментальная наука. Это опытная наука. Это опытная наука, а не какая-нибудь. Причем опытная, которую может пройти любой человек, любой христианин.